Гонконг страдает от последствий тайфуна Хайкуя, обрушившегося пару дней назад на Китай. Проливные дожди привели к масштабному затоплению города. Под водой оказались сотни транспортных средств. Гонконгская обсерватория зафиксировала 158 миллиметров осадков всего за час. Это рекорд за более чем вековую историю наблюдения. Напомню, тайфун Хайкуй стал уже 11-м по счету штормом в Китае в этом году. В восточных регионах власти эвакуировали почти 300 тысяч человек.